Всем доброе утро, как у вас дела? Я решила снова записать для вас влог. Сейчас я еду за посылками своими. Потом нам надо с мужем поехать полить деревья. Затем я буду собираться на фестиваль классической музыки. И после что еще? На следующий день мне надо будет сделать маникюр-педикюр, нарастить ресницы, потому что я лечу в Киев на встречу с подписчиками. У меня сумасшедшие дни, потому что я скоро улетаю, то есть в понедельник утром я улетаю. Я вообще не высыпаюсь, и получается у меня самолет в понедельник в 5 утра. То есть я должна в 3 часа ночи уже быть в аэропорту, то есть я должна всю ночь не спать. И я не представляю, когда я высплюсь. Я надеюсь, что я усну в самолете, хотя я редко смогу выспаться в самолете, мне неудобно. Вот, и думаю, что на встречу с подписчиками я приду вот такая... На Редбуле буду, либо на какой-нибудь еще гадости, да, чтобы не умереть окончательно. Смотри, одна посылка от Сидона Лейс. Здесь кисти я заказывала. А вот эти три, по-моему, с одеждой. Сейчас посмотрим, что там. Так, еще вот одну распаковала. Это посылка. Ну, я люблю, вот когда сразу пишут сайт. Волк Тренди. И здесь тоже три вещи. Или больше вещей. Я тоже приеду домой, распакую. Посмотрим, что здесь передали. И вот тоже шмотки. Господи, сколько же шматья. А, еще какой-то рюкзак, я смотрю. Я заказала себе один набор. И на выбор там, по-моему, у меня три кисточки. Вот сейчас. Кстати, вот здесь как раз есть брошюрка тех кистей, которые я заказывала примерно год назад. Это кисточки от Vortex. Они мне не понравились. Вот я не знаю, кому они нравятся. Мне они не понравились. Я, в общем, выбрала себе вот такие кисточки, как здесь на брошюрке. Я выбрала себе, в общем, вот такие кисточки из искусственного ворса. И они очень пушистые, потому что как раз мне не хватало в моей коллекции именно вот таких пушистых кисточек. 347-я неплохая кисточка. А вот эта кисточка очень мягкая, какие-то из них мягкие, какие-то из них очень такие даже плотненькие. А, так, ну из этого набора сразу хочу сказать, что вот эта кисть беспонтовая. Волоски чересчур длинные, и она очень мягкая, я даже не знаю, что на нее можно набрать. Вот этой пушистой кисточкой можно контурировать лицо. Она, в принципе, плотненькая такая. Предназначены, конечно, для лица. Большинство из них. Ну и для теней, для растушевки, для контурирования лица. Будем их тестить, посмотрим, какие они на самом деле. И заказала себе дополнительно вот три кисточки отдельно, просто попробовать, потому что на них были хорошие отзывы. Для нанесения тональной основы вот такая кисть 727-я. В принципе, неплохая. Она достаточно такая упругая, хорошо набитая. EB21. Но она абсолютно отвратительная. Посмотрите, редкие волосинки. Плохо набита. И ну вот посмотрите. 305-ю кисточку. Тоже для нанесения теней. Ну, неплохая тоже эта кисть. Но вот этот футляр мне очень понравился. Посмотрите даже, как он неплохо смотрится. Просто как подставку для кисточек. Как две подставки. Также его можно закрыть, перевозить с собой. Очень удобно, что кисточки не будут менять свою форму. Да, я, конечно, сразу могу оценить этот футляр. Он, наверное, самый лучший в этом заказе и самый качественный. А вот насчет качества кистей, я, конечно же, девчонки, все-таки сомневаюсь. Девчонки, хочу показать вам то, что мне сегодня доставил курьер. Это вот такие две перчатки для снятия макияжа. Glow. Если честно, я... Первый раз такое вижу. Вот маленькая вот такая мочалочка. Мочалочка или перчатка, рукавичка. И побольше вот. Такая побольше. Так. И производитель утверждает, что она снимает макияж без каких-либо моющих средств. То есть вы только смачиваете ее теплой водой или холодной. И затем можно ей спокойно удалять макияж круговыми движениями, а потом просто ее промывать обычным мылом и сушить еще.
я не знаю, я ее еще не пробовала, но мне очень интересно попробовать, неужели как бы это работает, потому что как бы сами знаете, что особенно макияж с глаз очень трудно удалять без дополнительных средств. Мне даже не верится, если честно, я с удовольствием попробую сегодня и расскажу вам, получилось у меня это или нет. Приехали поливать деревья на наш участок. В общем, мы в этом году посадили еще плодовые деревья. Вот еще у нас растут персики. По-моему, это персики, да? Очень такие они аппетитные. Будут крупные. И тоже вот вся ветка прям в них усыпана, увалена. Уже жду не дождусь. Потом у нас есть яблочки. Видите? Груша есть даже, да, груша. Ну, так это маленькая, но зато на ней вон сколько груш малюточных. Я считаю, что если каждый год человек будет хотя бы по одному дереву сажать, то это очень будет круто и здорово, потому что люди у нас об этом не думают сейчас. Даже если вы не имеете частный дом, то вы можете посадить дерево возле вашего жилого дома, потому что сейчас возле каждого жилого дома есть участки какие-то небольшие. Поздоровайтесь. Привет, ребят, привет. Всем привет. Я сейчас иду на международный фестиваль классической музыки, так сказать, развиваюсь духовно теперь. Помните, я вам показывала, два билета у меня есть. Я иду со своей подругой Ирой. Она должна сейчас за мной приехать. Выгляжу я довольно-таки, как сказать, элегантно. У меня очень красивое длинное платье. Я не могу его застегнуть на спине, посмотрите. Мои руки не достают, я его не могу реально застегнуть. У меня дома никого нет. Но я надеюсь, что сейчас моя подруга приедет, и она мне застегнет это платье. Придется накинуть на себя куртку и выйти с расстегнутой полностью спиной. Помните, я в прошлом году летала в Астану на открытие Love Republic, и там я купила это платье, но ни разу в жизни его не надевала. Я просто там в нем пофоткалась и все. Вот, и первый раз я сейчас его выгуливаю, я такая довольна. Познакомьтесь, это моя подруга Ирина, вы ее как-то видели в одном из моих видео. Ира... Посмотрите на меня. Почему? Ира очень известный и талантливый дизайнер у нас в Казахстане. Дизайнер, я правильно сказала? Вот, и очень красивая девушка. Она выше меня, кстати, представляете? И не стесняется носить каблуки. Я сегодня без каблуков. Да? Да, ну, я не стесняюсь. А я надела... Сегодня я стесняюсь. Ничего себе. Потому что много запросов поступает, но девчонки стесняются носить каблуки высокие. И спрашивают, как ты носишь каблуки, ну типа, как ты не стесняешься? Ну, как-то не стесняемся. Нет, я не стесняюсь, я вот такую платформу купила сейчас, буду носить. Чем выше, тем красивее, на самом деле, зачем стесняться? У тебя какой рост? У меня 182. Вот, представляете? Так что, девчонки, не стесняйтесь, наоборот, красиво. Если красивые ноги, стройные, все в порядке, носите, чем выше, тем лучше. Пусть стесняются те, кто ниже вас рост. Так что, Ира сейчас застегнет мне платье. Я уже пожаловала, что мне некому застегнуть. Я в шоке, оно не отвалится из-за этого? Нет, нет, нормально. В общем, нас не пустили в филармонию, потому что мы опоздали на 15 минут. И мы такие разнарядные стоим, блин, пустите, нет, мы позорно. Да, мы решили поехать кофером кофе попить. А может и дальше. Здравствуйте, а где можно машину поставить? А там есть, да? Места есть? В общем, я пришла домой, хорошо погуляли очень, было весело, я думаю, вы все заценили фотки в Инстаграм. Девчонки, на самом деле, я люблю подурачиться, да, если я выставляю какие-нибудь странные фотографии, вы не удивляетесь. Еще у меня висит плойка на трубе, это я так собираю всегда, все разбрасываю, лечу, потом прихожу и убираю. Так, я просто смачиваю его водой. С одной стороны, я почти смыла весь макияж при помощи этой рукавички, слушайте, она действительно смывает. Она даже мне тушь смыла. Вот стрелки она все смыла. Девчонки, она смыла макияж весь. Я в шоке. Прикиньте, прикиньте. Смотрите, какая она грязная стала. Я сейчас ее помою. В общем, девчонки, я довольна
Эта рукавичка полностью смыла весь макияж с моего лица. Ну, конечно, как дополнение я прошлась ватным диском с мицеллярной водой по всему лицу. И, в принципе, ватный диск не был в тональной основе. Он был таким же белым практически. Все, я очень довольна. Надеюсь, вам понравился этот влог. Если да, то ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Женя Гейн. Пока-пока.